Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа «Старая пластинка» на телеканале «Шансон ТВ». Программа, где мы вспоминаем былое, обращаемся к настоящему и заглядываем в будущее. Цыганская песня немыслима без скрипки, бубна и, конечно, гитары. К сожалению, с каждым годом подлинных мастеров, тонко чувствующих и понимающих подругу семиструнную, становится все меньше. Артиста, о котором пойдет наш рассказ, называют не иначе, как «цыганской легендой». И с этим трудно поспорить. Вся история его творческой судьбы служит тому подтверждением. Мой сегодняшний герой – подлинный русский самородок, блистательный гитарист-виртуоз мирового уровня, композитор, исполнитель, заслуженный артист России Александр Александрович Колпаков. Будущий мастер русской гитары появился на свет в годы военного лихолетия в самом центре России, в Оренбургских степях, где начиналась когда-то Пугачевская вольница. Он родился в большой и шумной цыганской семье. Его предки были настоящие барышники, торговцы лошадьми, конокрады. И кто знает, как сложилась бы судьба, не услышан в детстве, сидя в таборе у костра, чарующие звуки подруги семиструнной. А впрочем, не будем забегать вперед. Всегда красочно, когда в детстве все это видишь. Это как для меня как была как природа, картина, красота природы. Ну, кстати, природа, лес, лошади ходят, палатки, костры, по вечерам танцы. Это все мне не очень интересно было. Получилось, что у моего брата жена, она попала на половину таборной. Вот. Это все это для меня было все интересно, красиво все это, там, как вроде бы, как фильм смотришь, красоту эту. Ну, мать-то мои родители-то не кочующие в основном. Вот. Для них, конечно, это было немножко странно. Для меня это было очень хорошо. Для меня было раздолье, когда цыгане поют, играют, и там вообще вся жизнь. И то, что я видел лошадей, эти бега, это было очень здорово. Но особенно мне волновало, когда вечерами брали гитару, играли цыганские песни. То есть, грустно, а потом зажигательные, веселые, настолько захватывающие, как говорят, до слез хорошо. На самом деле, значит, скалка, что такое скалка, вы знаете, да? Скалка, которая делается по хозяйству. И у меня была гитара, я представлял. Стульчик, который вот ряды есть с левой, с правой стороны. Это у меня левые, значит, басы, справа это кнопочки, я фантазировал. Все это было. Сноха это обратил внимание. И помню, ну тогда еще сноха гадала, я говорю, что она наполовину таборная цыганка. И вот она увидела... Один сансабе товарищ продает гитару. Что там пришлось, по какому поводу, как это. Но она увидела инструмент, что он говорит, я продаю гитару. Пожалуйста, вот, если хотите, берите. И она на постели те рубли, которые она заработала, ничего не купила, а гитару привезла. И вот это дело появилось у меня где-то лет с 11, наверное. В начале 60-х годов Александр Колпаков приехал в столицу и поступил в Московский университет имени Крупской, который с успехом закончил по классу семиструнной гитары. Еще в студенческие годы он начал работать в цыганском театре «Ромен». Службе в театре Колпаков отдал более четверти века. Долгие годы он являлся музыкальным руководителем «Ромена», и редкий спектакль обходился без его участия. «А душа рвется,
Да, именно в театр. Вот моя мечта была попасть в театр. В то время Красличенко был известный, популярнейший человек. То есть это наша легенда. Это действительно, сейчас как называют его, главный цыган. Вот. Я проработал год. Мне показалось, я мало знаю этого всего. Не было такого захвата, чтобы хорошо, здорово на гитарах играл. Тогда я поехал в ансамбль. Начинал я от Волшининовых. Такой был Константин Васильевич, он у меня даже родственник. А потом получилось так, что я хотел побольше тоже знать. Там музыканты хорошие, потом Жемчужи, потом Османов, потом Сакищев. Ну, в общем, буду сейчас все перебирать. Мне хотелось везде посмотреть, как, что, чего, искусство понять больше. Но тем не менее, 10 лет это все-таки значит покататься. И снова я возвращаюсь в театр «Мэн». Уже профессионалом. Я пришел в театр музыкальный руководитель гитарной группы. И вот это 30 лет я дал театру, 10 в ансамбле, и до того я тоже работал, выезжал. И так, я так где-то 30-45, наверное. В 1990 году Александр Колпаков покинул театр «Румен» и создал свою группу, которую назвал «Колпаков Трио». Со своим коллективом он объездил полмира и записал несколько блестящих пластинок. Участниками трио были многие музыканты, в том числе дочь Александра Александровича, пианистка и танцовщица Людмила, а также его племянник Вадим Колпаков, которого музыкант считает наследником своего гитарного искусства. А здесь уже у меня подрос племянник, дочка, то есть семья, соответствует. Колпаков трио, хорошо, прекрасно. И гитарист, ученик, я же учил его 30 лет. Дочка, так скажу откровенно, дочка у меня с 3 лет очень талантливая. Не потому, что она моя дочь, а потому, что она с 3 лет на сцене. И слух у нее просто абсолютный. Она, можно сказать, лучшая была ученица из московских музыкальных школ. Была из первых. Ее уже при консерватории потом пристроили, потому что педагоги заинтересовались нею. Ну вот, это пошло у нее, она по фанову очень хорошо как раз играть, что стала техника прекрасная. Это уже у нее присутствовало. Ну, это значит, после этого она в театр. В театре она уже, можно сказать, тоже 6-5 лет работала. Вот, после этого, это 16. Ей было, первая поездка у нас была в Америку, мы ездили втроем, Вадим, Людмила и я. Когда был фестиваль как назывался «Джипси караван». Все цыгане мира, прекраснейший концерт у нас, во всей Америке мы прокатились. Ай, братцы, ай да ты такой коллектив был «Джипси Кинг». Как раз нам повезло. Там как было 6 или 7 групп с разных стран. Испанский, латиноамериканский, другие цыгане. Вот. И попали мы туда как раз, этот концерт. Мы их приезжаем, слушаем «Джипси Кинг», на другой день приходят они к нам, нас слушают. Ну, их там 8 человек, каждая группа не меньше, чем 7-8 человек. Вот, там же также и трубы были у них, национальные инструменты свои. А нас трое всего. Мы это все вытаскивали на своих плечах. Конечно, волнение было большое, но это было приятное ощущение. Знали, что мы показываем свою русскую, русских цыган, то есть свою культуру. Это было прекрасно. Действительно, есть для чего жить. Со своей командой музыкант побывал в Швейцарии, Франции, США, Аргентине, Бразилии и Канаде. Вспоминаю, как в 2008 году в прессе появились интригующие заголовки о том, что в мировом турне Мадонны «Sticky & Sweet» будет принимать участие созданный легендарным музыкантом Александром Колпаковым его ансамбль «Колпаков Трио».
И действительно, на купленном годом позже фирменном DVD я с восторгом и удивлением увидел наших русских цыган на одной сцене с королевой мировой поп-музыки. Когда были на гастроли в Америке, а мне говорили, что именно Гудс, Женя, как Гоголь Борделла называлась его группа, хочет со мной видеться. Думаю, что такое? У него желание такое страшное. Записи все мои, да, подражает мои песни, которые авторские есть. Он же пел мои песни, интересно. Ну, удалось наша встреча. В общем, познакомились уже в Нью-Йорке. Отношение очень цыганскому искусству особенно. Я не знал, что он еще занимается другой музыкой, которая совсем другого жанра. А уже слышал, что он снимался в фильме с Мадонной. Называлось «Грязь и мудрость». Он там хорошо, очень снялся прекрасно. И вот такое знакомство случилось, он дарит мой компакт. Вот цыганская группа, она как-то к этому отнеслась. Ну, постолько поначалу, что она, ну да, я знаю, что цыганская группа есть. Попросил, говорит, послушайте, пожалуйста, там, это мой, я поклонник его. Она поклонница его музыки, почему-то тоже любит его, он там сочиняет какие-то произведения. И получилось, что это как раз ей близко. И вдруг Мадонна, после того, как она послушала полностью компакт-диск, и оценила, ей понравилось. Ей понравилось, она решила вызвать на день рождения к себе, после ей 49 лет. Первый день рождения, где мы с ней встретились в Лондоне, как бы в гости пригласила к себе. Действительно, она сделала такое чудо на природе. Ну, я прекрасно, конечно, вилла. Мне прекрасные там кони, еще наш конь, орловская порода, там прекраснейшие просто. Она такая, может, покатайтесь? Ну, я уже немножко разучился по тому, как ты еще ездил. Она сделала вечер в цыганских костюмах. Полностью сделала телеги цыганские, кибитки, костюмы, ковры, там, самовары. То есть, как должно это быть. Вот, застолье. И всех одела в цыганские костюмы, в общем, все там ходили. Вот. И получилось, как вроде мы находимся в таборе. И мне напомнил то время, думаю, здорово, она молодец. Вот такое наше знакомство было. Она, в общем, получилось, что она... Он поклонник моей музыки, и она, просто маэстро. Я был маэстро, просто как музыкант, маэстро. Вот. Еще она цыганскую песню полюбила, которую я иногда пел. Она на день рождения, все подряд 3 года. Саша, спой, пожалуйста, песню «Мадарава». Такая цыганская народа песня. Вот таким образом она решила нас свести своим коллективом. Коллективом, чтобы мы вместе дали турне в Европе и Америке. И вот с этого начали мне подпевать ее песни, потом переход на нас. И получилось полчаса нашей программы совместно. То есть в то же время она участвовала с нами. И вот как раз моя песня там очень такая прозвучала хорошо, называется «Доли-доли». Я просто намекну вам, как она начиналась. Месса лень романска даса, ауска вильбо разбираса. В феврале 2013 года русский гитарист-виртуоз с мировым именем Александр Александрович Колпаков отмечает 70-летний юбилей. Но, несмотря на солидную дату, почивать на лаврах Сан Саныч, как зовут его друзья, совершенно не собирается. Он полон идей и творческих планов. Пишет музыку и работает над новым альбомом. Ну, сейчас самое главное в моем понимании, что действительно два диска уже у меня есть. Первый в 90-х годах, другой уже в 2000-х. 2002, кажется, когда мы были в Америке, в Чикаго писали. Там как раз больше моих авторских произведений. Так же, как и песни, так же и инструментальных произведений. Третий сейчас еще... Я работал над романсами, над народными песнями. Также музыка и современная, из тех старинных, которые я еще помню. Я смешал так, не только свои. Я просто сделал отличия.
старинных произведений и свои современные, которые входят тоже в старинные уже песни. Вот, они звучат до сих пор, уже не играют и в Америке, и в других странах, это я уже вот это слышал. Вот. А теперь цыганский хит. Надо успеть для молодежи сделать, чтобы они занимались им делом, понимали, что важно нашей музыке. Сама манера исполнительская и в пении, и в игре гитары. Почему, конечно, симметрию гитару нельзя забывать, это, как бы сказать, это возрождение надо делать. Не только цыгану, цыганской музыки, и цыганские произведения, русско-цыганские. Семиструйку забыли, это нельзя, надо обязательно, чтобы она развивалась, потому что много есть возможностей в ней изучить, которые шестяне... Я люблю шестиструнку, но то, что есть семиструнки, не прозвучит на шести, поэтому нужно возвращаться, если мы хотим действительно, чтобы наша культура содержалась в хорошем понимании. Тогда я думаю, что это интересно будет. Чарующие звуки колпаковской гитары – желанные гости во всех уголках мира. Ведь подлинное искусство не знает никаких границ. Вообще-то все страны почти проехали. Я еще в Австралии не был, куда-то мне тоже хочется попасть. В Китае не был, в Японии 2-3 раза уже, 3 раза даже ездил. В Китае, хоть в Шанхае, там культуру узнать, там тоже, говорят, китайские цыгане. Мне просто интересно, как они живут, и как они вообще мыслят, и как они свое время проводят, и что за музыка. Это очень интересно. Я думаю, ну, человеческие пожелания, конечно, хочется все понять, интересоваться. Ну, дай Бог, чтобы здоровье не привело. Поэтому это надо, пока живо, надо приносить интерес и своим будущим детям, внукам. Это нужно будет и вообще всей нашей культуре российской. Я думаю, это очень важно. Ай, не ты, кумушка, да ты ж моя кума. Не так часто, как хотелось бы, но Александр Колпаков дает концерты в России. И я от всей души советую вам побывать на его выступлении. Или на крайний случай, если вы живете совсем-совсем далеко, отыскать в интернете одну из его пластинок и умчаться под гитарный перебор по бескрайней дороге судьбы. Hop, 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 hop